В инспекции по делам несовершеннолетних организована очередная благотворительная акция. С самого утра здесь примеряют преподнесенную им в дар одежду подопечные инспекции. Как отмечают сотрудники службы, им самим это приносит даже больше радости, нежели прямым адресатам. Катер офседар нам вейм бойдо, а мы сам факасам. Кем халшадун продукты, кем жал моя. Около 80 пар обуви и более 50 единиц одежды для детей в инспекцию по делам несовершеннолетних городского управления внутренних дел передала сотрудница МВД Зарина Валиева. Ей не впервой приходится делать подобные благотворительные жесты. На кусагу нахи митротакте кусагу витхая на журен зори на хуйне волоте меннен тинг бола коткута мене жоумата зонут куда тахстодан бирейс юэль дарэсте навэк пэсулта навэк жоумо са этикет кота дар савэлэсте. Мэмэ офтэкэс, мэ отдэймоган кофэ хоскэ найдэку хам кфадарай чифэнду дар муэт. Шэмэнна. Инспекторы не понаслышке знают, какие именно семьи нуждаются в их посильной поддержке. Зарина Валиева не единственная, кто регулярно оказывает адресатам соответствующую помощь. Президент администрации Абиря Кэмэдарты Божужун Бойдон. Мэмэн Олкудар похысканинч, ерен, допустим, югори розмадар божертун, ма вартессаж миньор холхаттуй свалаттан жауматта, юбинунту олскуттуй. Ви розма дис проблема рбохастуй 100 тысячи. 100 тысячи, офта нчундатката не стуше суммата. Райстам, адаймоган егазма ехшо, я рухсахшо бофастам, мама офта кэсэ, ама удуна. Благотворительность – благое дело. Особенно приятно, что этим занимаются и наши сотрудники. Выражаю Зарине большую благодарность за оказанную помощь. Неравнодушных людей в нашей стране становится все больше, что радует и вселяет надежду на лучшее будущее, отмечает Лали Гатаева. Лена Газаева, Регина Черткоева, Ида Кочиева. Информационный выпуск сегодня.